Миниатюры – редкие экспонаты, представленные в новой выставке Чердаклинского музея. Точная копия императорского яйца Фаберже выполнена из высокопробного серебра. Этот образец высокого искусства является гордостью галереи. По соседству расположены раритетные медальоны с портретами деятелей культуры нашего края. Самая интересная, наверное, экспозиция – это вот это. Мы называем ее «Симбирский пантеон», потому что здесь представлены люди, которые имели отношение к Ульяновску, к Симбирску, или родились здесь, или пребывали какое-то время здесь. Выставка вошла в программу 11-й музейной недели. Кроме созерцания уникальных экспонатов, все желающие могут поучаствовать в викторине. Информацию можно найти в группе Чердаклинского музея ВКонтакте. Тема интеллектуального квеста – деятели Симбирской земли. Подкованных в истории победителей ожидают призы от ювелирного дома Фаберже. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости УПРАВДА ТВ.